Привет! Привет! Мы на канале Ди-Фи! И мы во Вьетнаме, и сегодня мы хотим устроить фрукто-чипса-челлендж. Для этого мы купили всякие разные чипсы, но именно фруктовые. Это, Кирюха, что? Манго. Манго мы ели с фруктами, а теперь хотим чипсовые манго попробовать. Это у нас хлебное дерево. Это чипсы хлебное дерево. Это банановые чипсы. Это банановые чипсы. Такие мы, мне кажется, дома пробовали. И это кокосовые чипсы. Мы все фрукты эти пробовали. Теперь попробуем чипсы. Ну что, с каких мы начнем? Вот этих и этих. Ну давайте тогда с хлебного дерева, да? Да. Вот такое хлебное деревце. Давайте пробуем. Итак, сейчас будем устраивать пробу, какие чипсы лучше. Первые выдаю хлебное дерево. Держи. Пробуем и говорим, как вам. Конечно, после шоколадки киткат, наверное, не так вкусно будет. Ну как? Ну, нормально. И мне кажется, очень вкусно. Супер. Кирилл, как? Так, как персик кокосик. Что? Сказала, как персик кокосик. Как персик кокосик. А мама скажет, так как я давно не ела ничего сладенького, вот это просто шик. Фитоняшки, это для нас. Ну что? Банановый. Давай банановый. Сам откроешь? Нет, не смогу. Пробуем банановые чипсы. Давай. Ну, бананы ели все, этим нас не удивишь. Но чипсовые бананы не ели. Ну-ка, пробуем. Как вам? Правда, как печененьки. Что скажет Филипп? Банан, банан. Как кокос в персике. Там был как персик, так все тут наоборот, кокос в персике. Конечно, вот этот кусочек. Конечно, Филипп, кипкаты у нас выпросил. Теперь ему никакие вкусняшки, не вкусняшки. Какие тебе больше понравились? Хлебное дерево или банан? Это мне вот это и хлебное дерево. Понятно? Мне манго, скажу, открою... Хлебное дерево, вот это и вот это. Открою секрет. Хлебное дерево, бананы мы вчера покупали, ели. А вот манго, чипсы, мы еще тут не ели. Ну что, манго открыто? Пробуй манго. Пробуй. Как? Очень вкусно. Сладко? Да. Ну как? Как банан в банане был кокос. Сейчас мама нормально попробует. Очень сладко. Мне все чипсы понравились. Но очень твердо. Мне тоже. На самом деле, они все на вкус очень даже похожи. Но мне очень нравится больше всего, наверное, все-таки хлебное дерево. У нас еще кокос остался. Манго. Нет, манго пахнет. Кто обжора? Папа. Вот еще мне интересно, мы купили вот эти вот кокосовые чипсы. Ну, мне вот интересно, наверное, они просто будут как кокосовая стружка. Потому что, ну как еще иначе сделать? Ну, сейчас мы посмотрим и разгадаем эту тайну, да? Открываем кокосовые. Мне понравились банановые. Давайте вообще. Давайте посмотрим, как они смогли сделать из кокоса чипсы. Хотя мне кажется, это, наверное, какая-нибудь стружка будет. Нет, это чипсы, смотрите. Они, конечно, маленькие, но чипсики. Пробуйте. Как? Кокосовые. Вы хоть немножко бы пили бы чай, перебивали бы один вкус другим, а то у вас все смешалось. Ну как, Филипп? Очень вкусно. Нравится? Ну-ка. Как перец. Получился. Слушайте, такой вкус интересный. Вообще. Когда первый раз попадает на язык, даже не скажешь, что это кокос. Кажется, что какие-то орешки. А потом ты, когда начинаешь разжевывать, то действительно вкус кокоса, он проявляется. Да?
А там еще какая-то травка лежит, специи. Смотрите, видите? Зеленый лук. А, это зеленый лук. А, вот почему. Угу. Слушайте, ну очень вкусно, правда. Такой сладко-соленый вкус. Очень вкусные кокосовые чипсы. Я думаю, на попкорн. Да, я, наверное, их поставлю на второе место после хлебных. Или даже на первое. Не знаю. Ну что, в нашем челлендже какие чипсы победили? Как вот эти. Кокосовые? У Фили победили кокосовые, у Кирилла? Банановые. Банановые. А у мамы хлебное дерево. Наши вкусы разделились. А папе? У папы? А папы? Да, мне больше нравится джекфрут. Джекфрут. В общем, нас папа джекфрут. Значит, джекфрут выиграл, потому что за него 2 голоса. Ребята, а вы когда-то такие чипсы пробовали? Напишите обязательно в комментариях. И если вы их пробовали, напишите, какие вам понравились больше. И какие бы вы хотели попробовать чипсы. Но они, правда, очень вкусные и гораздо полезнее, чем наши чипсы из картошки, которые наши дети никогда не пробовали, да, Кирюха? Вот. А фруктовые чипсы можно есть, они полезные и вкусные. И вы были на канале Кефир! Подписывайтесь к нам на канал и смотрите все наши увлекательные видео. Видео. А все наши путешествия по Вьетнаму смотрите по ссылочке в описании, либо вот здесь в подсказочке сверху на кругляшочке. Вы найдете там все наши видео из Вьетнама. И вы узнаете, как мы тут отдохнули. Пока-пока! Пока-пока!